Внимание! Марш! В первую очередь отключить аккумулятор от питания, чтобы не произошло возгорание, а потом только спасатели приступают к эвакуации водителя и пассажира. Хоть пострадавшие из дерева, пожарные и Нурлат работают с ними так же аккуратно, как с живыми, быстро и слаженно. Ошибки, да, были, конечно, незначительные. Ну, как бы на будущее будет этот нам уроком. По сценарию пострадавших зажало в машине. С помощью специального оборудования автомобиль разрезают на части и только потом эвакуируют людей. Как признали спасатели, все задания такие же, как в жизни. Многим уже не раз приходилось участвовать в таких операциях. Автомобиль был полностью перевернут, крыша была перевернута. По прибытии обнаружили, то есть, водителя, который утверждал, что в кабине есть еще два человека. В результате чего пришлось добираться сложными путями, то есть гидравликой вскрывать автомобили, автомобиль сам, двери. То есть после чего обнаружили одного пострадавшего, которому оказали первую медпомощь. Проверили себя пожарные в знании теории. За 10 минут надо было ответить на 12 вопросов. Эти соревнования помогают проверить профессиональные навыки и сделать выводы, над чем еще нужно работать. Победители, спасатели из села Ямаши, будут отстаивать честь Юго-Востока Татарстана на республиканском этапе соревнований. Елизавета Саляхова, Зарина Ахметова, Эдуард Прокопьев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».